Минской городской ратуше в торжественной обстановке за активную гражданскую позицию и вклад в развитие столицы благодарственными письмами президента Республики Беларусь наградили более 100 человек. В их числе представители трудовых коллективов администрации районов и структурных подразделений Мингорисполкома, предприятий, общественных организаций, учреждений образования и здравоохранения. Мы должны четко осознать, что только от каждого из нас зависит будущее нашей страны. Низкий поклон вам и слова признательности и благодарности за все, что вы делаете. Каждый на своем рабочем месте, а вместе, создавая то гражданское общество и тех людей, которые сегодня видят будущее нашей страны, которые сохранят будущее нашей страны. У нас в городе Минске есть актив. Это люди, которым не безразлична судьба государства, люди, которые любят наших людей, отдают много сил для того, чтобы наше государство развивалось, а нашим гражданам жилось комфортно. И хотелось бы, чтобы этот актив в городе всегда оставался. Это очень высокая награда, и сегодня радует даже не столько получение ее, сколько возможность быть услышанными. Труд оказался оцененным и не напрасным. Самое главное, нам сейчас нужно работать над повышением уровня гражданского самосознания наших горожан, минчан в особенности. Если нужно убрать снег, давайте убирать вместе. Нужно подмести улицу, давайте вместе. Есть какие-то вопросы, приходите, будем решать вместе. Все возможно и достижимо. Настроение приподнятое, замечательный зал, ратуша. Вручение высоких наград от высоких должностных лиц – это всегда волнительно, всегда прекрасно. Радость, что есть для чего стремиться, что есть оценка твоего труда, что есть оценка твоих возможностей.